Добрый день, мои хорошие. Вот у нас начался продвигаться ремонт. Вот освободили мы угол нашей встроенной кухни. Здесь вот плита моя, здесь варка. Шкафы сняли. Такая разруха везде. Отвинули столы. Все теперь потереть надо. В общем, сейчас приедут. Счетчик устанавливают газовый. Обещали, что будет все прилично. Для счетчика мы купили шланги какие-то специальные. Вот такие газовые, сказали, хорошие. Так они называются. Тубофлекс. Газовый шланг ПВХ, армированный полиэфирной нитью. Применяется в качестве гибкой подводки городского газа. Не знаю, правильно ли он купил. В общем, ребят сказали желтый. Вот купил желтый. Обещали сделать цивильно. Вот такой бардачок теперь. Вот это все надо плиту буду отмывать. Сейчас достану свое средство там, Вэй. Почему-то здесь вода попала каким-то образом наверх. Что даже как-то она... Как-то она даже что-то промялась. Каким образом она так у нас здесь вот смялась. Ну, здесь ровно все, да? А вот где вот как вода попала, не знаю, что-то убегало или что. Я прям обалдела увидела. Это выходит сварки. Сварки, что ли, туда попало? Вот. С этой вот штуки. Вот. Потом мы заказываем плитку на пол. Выбрали уже плитку. Мы хотели сегодня поехать в Самару, чтобы купить ее. Сами, самостоятельно, чтобы здесь, если закажешь у нас, то привезут через неделю. Вот, а мы хотели, чтобы побыстрее дело было. Вот сюда плитку и в коридор такую же плитку. Подбирали под ламинат. Вот. Потихонечку потом вот это все надо будет разбирать, потому что будем здесь плитку ложить. Скорее бы уже это все закончилось. На улице у нас сегодня 5 февраля и плюс 2. Это зима. Сейчас вытащу свою плитку индукционную. Буду греть чай. Вот чай варю. Кипячу чайник. Закипает моментально, 240 градусов. Все говорят, что для индукции нужна посуда со специальным дном, но ничего, чайник у меня без специального дна поставил, и он, как бы сказать, реагирует. Сейчас заварим чаек. Этот раз у меня вот Тесс взяла такой вот прям. Листочки такие хорошие, все черненькие. Никаких нету лишних. Ручка холодная, ну надо же. Крышка холодная. Я сейчас в чайнике литр только кипячу. Я об этом уже говорила, наверное. Хоть рецепторовскую очистку купила, но все равно поменяли вовремя фильтры. Даже после смены фильтров появился налет и что-то плавает сверху, такое, как вот, я не знаю, как пленочка какая-то, как будто, знаете, бензиновая бывает пленочка такая, или от керосина. Ну, такие, как блюзки. Вот. И потом уже, когда посмотришь, на дне беловатый осадок. Но это вот, опять я вот ругаться буду, вот это вот очистка, вот. Сейчас вот время подошло, февраль, вот середина февраля,
нам нужно будет менять первый и четвертый фильтр. Я уже заказала, но смысл опять я не знаю. Вот поменяю фильтр, я обязательно вам потом скажу, что там и как там. Потому что в прошлый раз мы поменяли фильтр в августе, и сразу же была такая вода. Когда я позвонила туда, в Цептер, мне ответили, что у вас в отрадном плохая вода, и вам перед этим фильтром нужно ставить еще фильтр. А перед тем фильтром еще фильтр. И так дальше. Когда я покупала, да, мне никто об этом не говорил, что у нас прям очень плохая вода. Хотя я была на собрании, приезжала девушка, я ей задавала вопросы. Сказали, что прям чудо. Вот, девчонки, чай заварила. Доедаю свои суши, которые готовила. Осталось вот все. А после завтрака пойду в ход. Кальций комплевита, это я пилила на двоих аскорбинку по 500. Мужу и себе. Гриппа боимся. У нас эпидемия. Школы закрылись. Даже вечер встречи выпускников отменили. Прям хотели в Самару поехать вот за плиткой. Боимся. Я выписала посылочку внуку с сайта. Как он называется? Сайт забыл уже. Но там все продаются такие товары, которые вот детям против аллергии. Я ему маску выписала там. Она, по-моему, 300 рублей стоит. Маску выписала и средства для мытья посуды. Блин, а еще ты что-то... Ну, вообще памяти не стало. Посылочка как придет, она уже в пути, я ее отслеживаю. И обязательно вместе с вами раскроем ее. В общем, кто кушает, всем приятного аппетита. А к чаю у меня такой пирожок. Вот здесь смородина и яблок. У нас открылась новая кулинария. Там прям сразу пекут. И люди покупают. В общем, все это, как сказать, как бы домашняя выпечка. Ну вот по кругу видно, да, какой был пирожок. Вот такой вот, ну, небольшой, да, небольшой пирожок. Он стоит 60 рублей. Начинки разные. И черника, и персики, и курага. И потом черная смородина. И яблоки. Там еще продают у нас курнички всякие. Потом чебуреки. Курочки жарятся. Кофе, пожалуйста, чай, соки. У нас мало таких кафе. Вот открылось такое кафе, и мы очень рады. Ездим туда вот пока за выпечкой. Не знаю, может, пока открылись, не борзеют. А потом будет невкусные начиночки вроде бы много. Но мама моя вчера покушала и сказала, вот за такой-то маленький пирог до 60 рублей. Ну вот видите, кому как. Нам еще пока вроде бы ничего, а когда начну на свою пенсию жить, наверное, будет тоже ой-ой-ой. Ну, смотрю, бабулечки старенькие заходят, покупают. Наверное, все-таки нравится людям. И есть возможность. Дай бог, чтобы хуже не было. Вот. Сможешь всю свою жизнь продолжить. А я тут у себя в спаленке. 2 часа буду сидеть как мышка. Смотрю, тут вот новые видео у Надюшки Пани вышли. Вот, и сижу тут, ковыряю ногти свои. Сижу тут. Вот это я. Да, всем привет. Сейчас делать тут мне нечего в спальне-то. Вот. Намазала лицо витамином Е. Не знаю, как лучше снять. Вот так, наверное, вот намазала витамином Е тут, чтобы морщинки немножко мои разгладились. Вот, притащила вот в бокальчике водичку. Сейчас буду
А еще вот такая вот штучка у меня есть. Вчера вот этой мазала. Думаю, может, морщинка поменьше будет. Вот сейчас тут буду в антисанитарных условиях. Сейчас обработаю ногти. Тут у меня все для ногтей. Вот такую штучку я купила в фикс-прайсе. Кутикулу убирать. Вот, ну ладно. Посмотрим, как они там все сделают. Потом мне предстоит там уборка. Будем смотреть, как Надюшка варит супчик. Вот, поставили там счетчик. Покрасили трубу. И эту трубу покрасили. Там малярками все вклеили. Вот. Сегодня на времянку опять поставим сюда газовую плиту. Потому что завтра мы поедем в Самару за плиткой на пол. Потом будем вот это все убирать. И здесь будем менять плитку. Сейчас колонку отмыла. Мы купили новую, но это еще ничего. Ее отремонтировали. И она еще даже ничего. Вот я ее помыла все чистенькое. Пяти потрохам. Три мушкетера идет новые. Мы все там потушился? Убираемся. Трубу покрасили в черный цвет. Сейчас там малярный скотч отделим. Ну так аккуратно сделали, мужички, молодцы. Как раз вот это у нас прям в шкаф все влазит. Считай, что шкафа у меня одного нету. Вот такие шланги. Этот шланг у нас на газовую. Кальций жую. На газовую плиту и на эту. На варку. Я говорю, какая чистая колонка, говорю. Посмотри, она была такая чистая.